Жан, у меня как-то было в блокнотике все полностью расписано, сколько чего и на что нужно. А у тебя сейчас нет разве фил? Жан, я прослушал. Ты говоришь, в IONDB данные расходятся с немцами здесь? Да вот что-то... Дурацкая база, короче. Самое, по-моему, актуальное это монстры. Но я не знаю, если там прокрашивают. Пофиг, ты прав. Кофикс, хватит фейлить, мы все умрем. Кофикс, пелку отдай пока. Пел-то отдай. И вот. Блин, чем хьюги связка хорошая. В общем, только гладкость не смущает. Обидно. Престиж. Вот сейчас вот обидно будет. Ну просто мы все знаем, как бы, только о чём мы слушаем. Да на самом деле, пожалуй, глады только вызывают смущение, если их несколько. Он как... Кто там? Джейс был. Помню, 4 глады. И чё там? И 3 глады. 3 глада, лук, чем хил. Чё-то такое. На кофиксе саморез. Ой, как лагает. Как-то их мало, не? Да все здесь. Ну чё толку, если... Тут син сзади. Сзади? Иди, идите вдвоем.
Не удается найти цель. Сниматься заочно. Три за. Один на мне. Катанули. Не смотри, Сэм. О, о, тройка стал, три. Вот зараза. Не удается найти. Самолет сняли. Может их бабах? А, блин, я же не отвечал. Забавно, с ним пришел, но хотя нашу базу. Тройка снимка. Я захват. Лен, подними, пожалуйста. Дальше срез. И гвардов сюда надо. Спасибо. Они позвали. Но. Куда? Сюда. Взорвали. Взорвали. Ну, меня нет. Так мопси помешают. Мне интересно, да. Моп не будет мешать. Нет. Да, надо собираться и бежать. Может, их взорвать. Не, оставим. И пока и призывать даже ничего не будем. Пусть будет так. На первой базе файт. Они прибегут уже. Че? Они уже захватывают базу. Так у меня это маг защиты, я не пойду, мне все отражено будет, чё. Цель находится слишком далеко. Нельзя использовать. Ты... А, один, один. Бешивает, блин. Два. Три. Ну, дальше захваты. Надо залить обычных малов. Не могут встать. Лежат. Да. Справа аккуратно. Лен, базу захвати. Назад давайте отойдем. Да-да, с базы. И не все вышли. Назад. Все, погнали. Пора лечить будет. Знаете, опять захватили. Один. Есть. Три.
Не удается. Поздно. Трой. Да что же это такое? Неверно выбранная цель. Давайте, давайте. Пятерочку. Недостаточно мало. Неправильно выбранная цель. Захватывайте базу-то. В пещеру зайдите, там припасы должны. Сзади Сим побежал. Снова на нашу базу. Нет припасов. Тут еще мобов ставил. Припасы лутайте, я сейчас. И идите на южную. Я бомбану и вызову гвардов, что. Они уже тут. Я буду через 3 секунды на месте. Раз, два. И могу взорвать, если что, скажите. Давай, давай. Сейчас, да, блин. Взрывай. Взрывай, взрывай. Боб. Смотри, припасы пока тут на базе лупят. Может, моба? Давайте мобов тут. Оставьте. Неправильно выбранная цель. А где кто? Сзади опять базу захватил нашу. Сзади. Пилот, смотрите. Один. Внутри, 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 в пещере. Неверно выбранная цель. Нет. Я не бегу. Капаны. А, стал за очередь. Давайте дальше. Один. Лена! Отдайте. Недостаточное количество. Неверно выбранное цель. Кто-нибудь идите нашу базу, наверное. Да. Блин, мобы все во мне. Бегут. Готовимся заливать их.
Один. Сила побежал на базу нашу. Не удается найти цель. Единичку заливай. Меня катает. Четверку надо. Катан. Четверку дали. Не удается найти цель. Цель? Блядь, мне этот паралич достал уже, блядь. Там еще кто-то бежит. Паралич. Неверно выбранная цель. Они все на южной? Нет. Да? Нет. Вот. Саморез должен быть. Нельзя атаковать. Вставайте под саморезом и делитесь. Нет. Сейчас. Я могу взорвать? Пока нет. Нет, пока. Оставьте телепорт. Катанули мгновенно все равно. Неверно выбранная. Говори, когда взорвал. Вроде заливай. Они слабые. Не надо взорвать. Еще раз? Ну да. Нет, взрывай их. Сейчас я на южную телепортнусь к Ксюхе. Окей, давай. Да ну, все сзади надо быть внимательным, Син может легкую. Назад, Кофикс, назад. Вроде можно заливать. Они сейчас соберутся и толпой на базу. Блин, я один четверку бью, добить ее надо, ну. Фейл. Жесть, метку озвучил. Два. Неправильно выбранная цель. Нельзя атаковать. Паралич. Юля, иди за Сином на нашу базу. Неверно выбранная цель. Один.
Я иду к Юрию. Там 4. Беги ко мне. Назад, назад, давай к базе. Неправильно выбранная цель. Где там? Все, Фроди добить. Фроди, мун. Фроди. Зачем? Фроди сдох. Как так? Ну ты посмотри, у них так-то вообще такой трешняк. У них там только 6 человек максимум убил Гладми. При этом все взрывали, но все другие 2-1-2. Да. Ну у них 7 бегал постоянно, наш просто. 18, я 11, Юля 9, Кофикс троих, Лена двоих. Короче, вот так в такой сборке и будет ходить. И маслип есть, и дамажащий есть. И граница священная, если бы играли, почти научился юзать. Чит. Ну это щит. Он Глад меня бил, бил и пробил. Угу. Да, нормально. Чё? Ну что, всё? Чё? Да, осталось? Сада, ФК. 12 на 12? Давай. Мы там не были. Я там. Я пока отойду. Пойду покурю тоже. Эти офики, это наш уровень или уже не очень? Используйте сколько нужно. Да они какие-то бомжи, блин. Да, поэтому я по таргету и не бил. Да у них в принципе этот, как его, у них и пак как-то так. Ну они такие разбройные. Жан, я короче в этой ветке просто вот ты говоришь бьем 4, пока ты бил 4, я залил кого-то, потом еще кого-то добил. А ты потом психанул, говорит, все, не бьем 4, я залил кого-то, потом добил четверку, и потом вот ты кого-то еще озвучил. Чего я психанул? Ну так, это я образ. А там момент был, когда четверку я в соло просто бью, ассист озвучил, никто не бьет, и почти в соло долил без ассиста. Я не услышала. В итоге это кошмар. И он отхилился, что банки апешно и готово.
Приятно познакомиться. Приятно познакомиться. Привет им. Привет. Еще раз. Ну давай, привет, Митя. Блин, почти лата пачка сформирована. Так, нет, что-то чанта и хила. Чандок, ты мне сказал, ты все дособрал АПС? Я? Ну, один камень остался вставить, а так да. Всем привет. Привет. Я ж похож на чанта или хила? Да, нормально будешь чанта. Да, на чанта хил. Вон, тогда в разброс сделаем пачки. Немного перетасуем. Как меня достали всякие вот, которые тут мобов фармят, которые, блин, претензии выписывают строчками нецензурными в мой адрес. Глад есть такой, выпер даже динозавра. Так в баны вроде сидит. Да ну его. А ты его перекрабливаешь? Я и помимо этого отсюда сейчас симбиком гоняли этого СМа, офер первого, и барда, офера четвертого. И то пару раз сдохли с ним, прежде чем они отсюда убрались. А этот пришел и давай тут устраивать истерики, ПМ. О, говорит, ты пидор. Прям ласковый такой. Не, я вам просто написал. Говорю, с какого... Он чё там? Чё тебе попадался? Ну, такой же неадекватный ПМ встречил матом. Я кого заскринил? Удачи. Тот куй... Не. Так ты кляусник. Липовый. Ну да. На фон взял, но повел. Не, я ему написал просто, говорю, с какого перепугу у тебя, короче, прав больше на мобов, чем у меня или кого-либо другого. Сейчас придет другой человек, вот я уйду, допустим, да, придет тот же симбик, он тебя тоже будет передамаживать. То же самое будешь писать, ты пидор и прочее, 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 как бы, я не понимаю. Я ему говорю, блин, сначала ты асмов отсюда погоняй, ты рыпара пассатижа, сдохни пару раз. Он говорит, а чем я тебе буду асмов гонять? Ты что, не видишь то, что я в узор? Я говорю, блин, ну как бы проблема индейца, вождя не ипут. Совершенно причем. Да написал бы просто что-нибудь. Иди нахуй, все. И забрал бы у него моба, и все. И в игнор. Не, он ушел уже, все, он обиделся. Я написал потом, говорит, ты не обижайся там. Всяко бывает. Ну блин, реально, три раза сдох под асмами, блин. Аж обидно. Угу. Вон, погнал. Ох ты. Да рандом. Да рандом. По-быстрому закроем рандомов и это. И отдыхать. На осаду не пойдешь?
что сегодня Инга Келька. А что желание? Ну, Джейсон и сегодня не Инга Келька, сегодня Ока. Ой, понедельник, сегодня езда. Что же он решил похолчить? Побежишь. Да, чё, надоем. Ну что, Мун у нас будет в танке, Ветка и Юля будут драться за право посидеть в пушке. О, я уступаю. Нет. Не надо уступать, надо вместе с ними. Я как истинный воин, я буду дохнуть в поле. Под ударами асмов сдерживает на себя агар. А по факту будешь дохнуть, пытаясь залезть в пушку. И тебя будут в спину бить, короче, а ты будешь через боль. Блин, Жан, с тобой никакой романтики нет, я только себе картину представлю. Как я на последнем издыхании, со 100 хп в кармане, добиваю последнего асма, а вокруг трупы. Вешка, ты садист. Классно. Кажется, кого-то нет. Нет, точно, я резаю хила, и тут мне пролетает какая-нибудь стрела из инвиза. Я умираю, а хил жив остается. Вот прям Глад героическая нас. Смерть. Глад нас предал. Печаль. На силу или как его там? Че, куда идем? Че, кто? Все. Большой-большой секрет. Понятно? Че, резал? Нет. Блин, у вас... А где все луки? У меня, что ли? Плохо. Ага, ага. Вы крабим. Че? Здесь надо крабить вначале. Мы выбегаем, быстренько всех мобов контролем, лутаем мобов, убиваем язычников и идем дальше. Либо нас просто раскатывают. Да, Ветка, попробуй сразу до центра добежать до этой пушки и сесть там в инвизе, как хочешь, и отстреливай, что увидишь. Попробуем. Ага. Она сразу появится? Она сразу появится. Да. Ладно, попробуем. Справа лутай там, Юль. Да уж. Хотя там все. Идут. Наступайте чуть что. Если два пака будет, скажите. Два пака. Давайте ближе к цели. Давайте. Идите, крест. К центру стягиваемся. Ветка, ты в пушку, надеюсь, не сел? Нет, сейчас. А тут ее еще и нету. Они ее зафейлили. Думаешь? Угу. Да они нас. Они направо пошли, Жан. Вот сюда вот. Да, я знаю, куда они пошли. Если они начнут ломать алтарь, скажите. Нет, пока не ломают, они уходят. Вон, лутай, Ветка. NPC-шника. Лутай. Они уходят. И нам пора. Один остался. Назад, уходим. Входим, короче, валим. Там два пака. К нашей гаубице отходим. Обратно к нам, нарез. Шкодник, они не идут.
Нет, они идут, знаешь, куда, Жан? Они идут в новый район. Новый район. Крабим здесь тогда у нас. Пока все. По очкам мы опережаем. Крабим, крабим. Налево, налево, Митёк, иди за всеми. Этих мобов-то не трогай. Вон туда, вперед. Так, ну одного сина я вам убил. Ветка, ошивайся возле центра. О, блин, прилетел от этого дряни. Потом наверх поднимайтесь. За контроль я не помню. Да. И чуть что к нам туда, вниз бегите. Если они на пушку все. Идут, ребята. Да на середине. Да черт с ними, надо закрыть сейчас больше. Блин, да. Снаряды ролят ПЛ. Топливо по бокам лутайте тоже. О, кто это у нас тут? Да, блин, эти мобы забрали. Все в пушку, все в пушку. Мобов убиваем пока сзади. В них могут быть бомбы. Блин, пушка далеко достает. Кажется, она заряжает. Давайте назад, в новый район, к нам туда. Здесь пока делать нечего, если закрабелим туда, спускаемся к нам за цифрой 2 вниз. Там все выкрабить. Ветка, останься на подстраховке возле пушки. Пока что. Ксюша, залутай. Ветка, они идут, готовься. Ветка, они идут. Садись. Садись, сажусь. Садись. Ага. Нет, не надо. Отбой. Я уже сел, блин. На в один за. Или в два. Не могу, не достаю. Моба расстреляй тогда хотя бы. Мобов по бокам, которые валим. Да, конечно, валим. Тут больше делать нечего. 4 минуты до экшена. Блин, вот это лаги. Да, что-то лагануло у тебя так сильно, да? Что-то подвисают. Ха-ха, что сделал? И как всегда, ни одной бомбы. Так, давай мобов начнем крабить. Так мобов-то и покрабили. Так вот бегут там моба. Они опять пушки, Жан. А ты хочешь, чтобы они сели? Хорошо, вот мы с ними не сталкиваемся. Сели, назад.
Ну он пусть сер меня вычисляет, ёпта. Идиоты. Ну чё у них через... Поднимались уже? Я не знаю. Юль, пропари, пожалуйста. Всё. Закрадили другую сторону. Все отлично, собираемся вместе, сейчас будет первый файт. У них три чинка. Я не знаю. Должны были все золото. Гной. Фу. Чего это тот син гной? Можно на него попадать. Сколько? 7 секунд. Ну чё, где вы все? Давайте, сейчас уже надо их разложить и этот... И пойти... Лутать. Пока не идем. Шесть пять хилы. Ну что, давайте устроим веселый заработок. Бомб у нас нет, конечно, но ворваться мы можем. Митёк, стойки, готовь. Че? Неважно. Давайте на счет три. Погнали прямо к ним. Да прямо в зергач туда. Под масса прокиды. Готовим. Раз, два, три. Погнали. Пять. А, все. Все, все, все. Разбираем, разбираем, что. Нельзя так. Неправильно выбрано. Выдавили гно. О, блин. Так. Ветка, лутай. О, да, систер, иди туда. Ветка, помогай. Систер, быстрее, по центру лутай. Юля, лутаешь по центру припасы, я дальний. Все, сейчас главное лутануть припасы, остальное не важно. Пусть нас минусуют или еще что-то. Главное лутануть. Да без разницы. Вон они выходят. Задержать осмачей, лутануть систер. Все припасы. Систер, возьмешь, да? Аптечка фулл хп восстанавливает. Систера в ВТ нет, он вообще с Алексеоном. Ветка, пушка. Он нормально. Он нормально, он взял это сам. Не садись. Я пока не сажусь, все, я жду контракт. Давай садись, нормально будет. Да стреляй. И по меткам главное выделяй и стреляй, который видишь. Просто в любую метку, неважно, на три заряда. Ближе к пушке отходим. Есть ближе все. К пушке. К пушке. Лестница. Че, Вет? Вон в троечку. Сейчас я ее ставлю. Вон один. Вон один на три заряди. Да. Четверочку. Ой, блядь, не на ту кнопку нажал. Он вылез из танка. Ветка! Да. Двойку! Четыре добить. Три. А, нет, шестерку, шестерку. Хила ловим. Хила шесть, убить. Сори, ребят, лоханул. Добить. Неправильно выбранная цель. Не стесняйтесь, лутайте. Тут, блин, припасы отличные. Фулл ХП восстанавливают, лекарства. Этот,
банка там защиты тоже. Быстрее в танк. Быстрее садись наш. Бежим же щит 2. Защит 2. Защит 2. Вперед. Убить танк. Убить. Они портуются на середину, ребят. Один есть. Один. Один, правда. Но портуется же. Почему никто траву не лутает? Я не понимаю. Фу, хп, никому не надо баночка, которую восстанавливаешь, что ли. А чё я один бомбу лутаю? Не знаю, потому что прекрати их лутать. Да, ты я две штучки взял. Не хватит. Ну, тебе хватит. Ну чё, ждём время. Так, группа 1 тогда крабите это. По центру мобы когда появятся, а группа 2 пойдем вперед. Бомба. Ты стоишь, охраняешь въезд в центральную комнату, где появляются питы. Балоур появится. Группа 1 зальет его. А группа 2 пойдет вперед. Убьет сразу второго. 10 снарядов нет. И еще 10. Жесть. Тут, блин, еще столько всего, мун. Тут еще есть 10 как минимум. Просто люди медленно рулят. Да, вообще. Ждем. Сейчас попробую найти вам топливо и патроны. Да, тут все равно все в ролл запущено, просто ждем. Лаурочки. Да. Не знаю, я патроны топну. Да я заберу, давай. И дайте мне патрон. Асма на респ стоят. Где балаур под... Вот видите, я их агрю, даже находясь в пушке. Поставь метку. Бум, 22 косаря. Ты где там, ты где? Нет, он на бомбе. Да я знаю. Вот так вот, у кого-то трава нету, а у кого-то ее много. Кто-то не брал ее. Какая трава? Ты знать бы, вот, да. Отборная, да. Митёк, отборная. Понтовая, не понтовая, а то какой-нибудь без понтовки накидай. Не знаю, она почти фулл. Тут же раз на раз не приходится, фулл отлет. Трава вот лет. Да не уже это. Потеряли волю к победе. Ну все, разделяемся так, как я сказал. Группа 1 остается, группа 2 бежит вперед. Будем ждать уже моба. Сейчас появится. А я бы все равно бегал бы и пытался кого-нибудь убить на их месте. Ух ты, кровожадный. Можно залететь. Не просто.
Понял. Вон 1250 стоит. Ничего себе. Пойдемте убьем. Надо выиграть на 20 тысяч очков. Это как раз 22 будет, и сейчас тысячник какой-нибудь зальем, появится. А вот мы заливаем. И все. Не, я имею в виду это. Для рядосрочной победы. Выйдем чуть пораньше. Ждем. Сейчас появится. Группа 2, да куда вы побежали? Да не все же. Ну, танки появились. Танчик, танчик. Осталось чуть-чуть. Бибит. Сломайте их танк. Да уже ломаю. Ломаю. Да нет. Вон, Балаура внутри. Зальем. Центральные пещеры, скажем так. И все. И до свидания. А, нет. Погоди, сколько нам не хватает? А, все правильно. По центру. Все по центру заходим. И закрываем. Мун, давай не тормози. Заходи по центру. Неверно выбранная цель. Сейчас у него бомбу уже. Если успею. Блин, я не успел заюзать травку. Спасибо. 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 Союзы сейчас. Сейчас не получится. Все, можно ФКшить. Все, всем удачи, до завтра. Давай. Давай. До завтра. Пока.